Итак, всем привет, с вами Топ Гэм, мы продолжаем играть в Европа Универсар 4 с DLC Ном Кок за Византию. Если вы еще вдруг не подписаны, ребят, обязательно подписывайтесь, а мы же будем сейчас останавливаться после войны. У нас тут немножко по манпауэру задолженности, скажем так. По экономике хотя бы, слава богу, все в порядке. Вот за счет, я думаю, экономики сейчас и будем с этим бороться и как-то с мамлюками, наверное, тоже бороться в честной горячей борьбе. И я думаю, мы можем вот сюда понажимать. Надо бы инфляцию поснижать. У нас админка, я вот посмотрел, есть. Это мы все закрыли уже. Тех далеко. Курить ничего не надо. Как бы можно в теории переставлять фокус. Но нет, потому что следующие идеи будут у нас, я думаю, все-таки религия. Потому что, ну, нам очень много чего крестить. Нам очень неплохо все крестить. Потому что у нас куча на это бонусов. У нас на толерантность куча бонусов. Нам выгодно все в одной вере держать. Так что поехали. И вот наша здесь торговая компания в Константинополе не может добить себе торговца, но я замечу, даже просто того, что она здесь существует, она поднимает 15% гудсов просто так, везде. У меня, допустим, продакшн в Константинополе вообще 8 монет приносит, просто один город мне приносит 12 монет. Я его немножко порасширял, конечно. В любом случае, это супер много, и, в принципе, почти все, что угодно здесь бафается, очень приятно нашей торговой компании. И дальше будет больше, видите, 15%. То есть, в теории, мы еще, наверное, да, этот стейт закинем сюда. Я уже раскачал здесь пробочку. Наверное, стоит дождаться. Хотя, вообще, мы можем уже, я думаю, сделать здесь ТК и получить себе торговца. И да, так и есть. 55% теперь. Получаем себе торговца. Получаем себе еще буст на производство. Еще 7%, ребята. Это во всем Константинополе, во всех провинциях Константинополя. Очень-очень вкусно. Действительно. И я думаю, стоит воспользоваться моментом и у Каракаинлу что-нибудь подхавать. Потому что у нас пока нет манпауэра на большую войну. Мы просто, я думаю, подмержим нашу армию, поднимем мерков. Каких-нибудь небольших. Это дорогие мерки, конечно. Но при этом, как вы видите, это самые дешевые мерки. И самые небольшие. То есть, наверное, с особой нечего другого взять. А, и эта компания не стоит форс-лимита на содержание. Это очень важный момент. Еще у нас, кроме того, есть квест, который даст нам другую компанию, наемник. И давайте, наверное, мы это и сделаем. Поднимем нашего советника. И сделаем этот квест. Получим 10 морали демеджа, что приятно. И новых наемников. Варяжцев, где же они? И, господи, посмотрите вы, Лук и Цездюд. Да ты у них, кстати, у генерала хорошие, но... Стоят они достаточно выгодно, потому что, видите, есть вот эти три компании наемников, которые имеют скидку, и их достаточно выгодно брать. И есть обычные наемники, которые чуть подороже обычно, в среднем, по крайней мере. Эти ребята стоят нормальную стоимость, имеют минус 33 полученного урона всего, и фаера, и шока, и морали. Это шикарные ребята, и они не стоят профессионализма, мы их обязательно возьмем. Да, по агрессивке здесь всего несколько стран остается, с которыми нам бы, ну, доимпровать отношения, насколько это возможно. Но в среднем никто на нас слишком не злится. Еще я заметил, что мы можем себе построить, смотрите, 73 корабля. А это значит, что давайте докинем нам торговых кораблей и начнем уже торговыми кораблями выкачивать вот сюда денежки. Кстати, да, это будет достаточно выгодно, судя по всему. И нанимаем здесь варягов, и варяги... Плюс наши вот эти наемники, плюс... А давайте, кстати говоря, это можно начать дрилить, потому что почему бы и нет. Плюс вот эта вот старая компания наемников сейчас, я думаю, пойдет и завоюет Акаюнлу. И Москва назовет против Новгорода. А согласимся, хотя в целом плевать. Целал я и вспомнил. Ха-ха-ха. Новгород это не просто Новгород, Новгород это Польша. А, да. И самое главное, Польша, кстати говоря, поддерживает независимость моих вассалов, что мне абсолютно не нравится, из-за чего у них нет лояльности. И я подозреваю, именно из-за того, что у них отсутствует лояльность, они не наследуются. Надо бы их за это наказать, но пока как есть. И да, это немножко нам портит здесь малину. А, еще Испания начала, господи. Не знаю, кстати, вот это мне бы, наверное, как-то прекратить, но я пока не могу. Есть такой нюанс. Еще Испания. И реально, мне эти субъекты, они имеют плюс 50% от того, что они параноиары, вот эти вот. И из-за этого я не могу их аннексировать еще.
Немножко меня бесит. 100 монет, кстати говоря, мы все-таки как-то заработали на этой Византии. Что приятно. Ну, сейчас... Господи, ну... Нам очень помешало. Мы сейчас бы здесь неплохо так монеток подзаработали с Персии и с Крыма до конца. Зато можем вот здесь вот нажать, смотрите-ка. Новый Decision у нас есть. Можем продавать мозаику другим странам. Получаем их полгода инкома, что, наверное, неплохо. И они получают скидку на апгрейд великих проектов. А мы за монополию на краски стекло получаем себе скидку. Значит, что мы можем делать? В Наксосе начать производить стекло. Либо просто плюс один деф есть. Давайте сделаем стекло. Ну, бы нет, хотя один деф, наверное, чуть-чуть посильнее будет. Хотя, на дистанции нет, но так или иначе. Давайте-ка посмотрим, кому можем экспортировать. В Москву. О, мы получаем deep репутацию. Ну, слушайте, у них денег нет, я думаю, они откажутся. А, эти ребята тоже, наверное, откажутся, кстати. А, ну мы так или иначе, да, получаем. Да, так или иначе получаем. Очки. Либо можно сказать, давайте нам самим. Ну нет, мы пока бродить ничего не хотим. Конечно, хотим максимум денег. Да, у них нету ни денег, ни желания согласиться. И пока поляки с литовцами топят на севере, мы тут у них забираем крепости. И у нас есть шанс собериться на самом деле сепаратно на то, что мы хотели бы здесь. Даже немножко дорого получается. Окей. Возможно, мы бы хотели сделать вот такой мир, кстати говоря. Да, но это из-за того, что рано миримся. Нет, ладно. Берем только вот тогда по квесту у нас этого состоит. И вот так вот. И вот так вот. Кстати, мы будем мириться, причем, да, действительно сепаратно, чтобы побыстрее. Есть ощущение, что мы неплохо так себе нафармили уже. Да, я думаю, скоро они согласятся. И да, я думаю, пора. На самом деле, выгодная война меня очень устраивает. Можем ли мы как-то что-то сильно побольше взять? Наверное, нет, потому что я не хочу, чтобы у меня была игра на Польше. Но мне и так хватает игры. Хотя, слушайте, как тут-то... Многовато, наверное. Да, вот уже Польша, вот... Наверное, я. Вот это самое то. Просто максимум денег. Причем, они хотят мириться. А битва пошла с Москвой. Ну, сейчас захотят. А, есть нюанс. Мне нужно мириться, да, не с Польшей, а с Новгородом. Это немножко усложняет ситуацию. Самое главное, вместо вот этих денег, которые я мог бы получить, я получаю ничего. И репарации смысла спрашивать нету, потому что его, скорее всего, аннексируют. 10 копеек тоже смысла бороться нету. Это, конечно, грустно. Тогда подождем, а Москва там что-нибудь еще сделает. Хотя, господи. Да, бот на Москве в этой партии не самый лучший. Хотя, есть шанс, что бот на Москве делает мир с Польшей, который будет не самый плохой, и потом он сможет уже добить Новгород. Это было бы, наверное, самым таким для нас оптимальным вариантом. Наверное. Слушайте, Москва действительно не может победить. Я не очень понимаю, почему он просто не замерится с Польшей. Я уверен, что они могут. Видимо, они хотят что-то еще получить от Польши, я не знаю. Просто это бы сделало игру в два раза проще для Москвы. И там уже Новгород вот этой фигней все не занимался. А пока что выглядит очень смешно. Блин, ивент прямо почти что перед реформой. Я возьму все-таки минус стабу. Тут уже совсем близко у нас вот этот вот очень жесткий баф, который даст нам кучу мэнпауэра. И даст нам... Можем лендрайтс выдать. Не будем терять из этого абсолютизм. Получим еще 10 форс лимита. То есть это capacity, форс лимит. И без потери абсолютизма суперская привилегия будет. Кстати, как с Карой можно вообще засоюзиться? А, ну нет. Увы, Кара для вас стало время Кары. Божьей. Захватываем их, ребята. И ладно, слава богу, Москва справилась с тем, чтобы победить на профчатый Новгород. Ну, надеюсь, они замирятся нормальным миром. Мы взяли Гелан, и на этом моменте мы можем просто замириться. И денег, и все наши клаймы. Больше клаймов я брать не буду, единственное, проверим. Карабах, Шерван. Что здесь не гарантируется карой. Можем здесь мириться, я думаю, без проблем. Сразу же. Осталось, ну, единичка, я думаю, слишком.
дорого будет это понижать. Отправляемся обратно и, я думаю, нападаем на Карабах сразу. Чтобы, опять-таки, Кара не загарантила его по приколу. Вот она. Система темок, так сказать. И делаем эту темку, получаем себе кучу мэнпауэра. И, конечно же, я думаю, берем теперь эту привилегию. Только. Было бы сначала, конечно, отнять земли. Ну, ладно, здесь не критично, можем упасть. О, нет. И смотрите, фулл аннексация. Москва себя забирает, и мы получаем себе крепость. Которая нам, ну, вообще не нужна. Нам вот эта пробка нужна была по миру. Я теперь этот квест не сделаю, судя по всему. Надо было все-таки мириться сепаратно, наверное, но уже что поделать. Хотя, сколько мне перемирить? Наверное, долго. До 36. Здесь... Да, сейчас закончится. Забейте. Квест мы не сделаем, что грустно. Ну ладно, не слишком обидеться. Также доделал я Афины, чтобы сделать этот квестик. Получили мы все Splendor, Stability Cost. Но это плевать. И... Я здесь, я так понимаю, смотрите. Во-первых, товар. Краски. Да, я думаю, это будет выгодно, да, x2 продакшн увеличился. Можем сменить цвет на цвет римский. Чуть-чуть мы стали темнее. Почему бы нет? И насчет два стула пойти Казань. Наказать, скажем так, и взять здесь Астрахань. И из Персии тянуть в Астрахань, здесь подзахватить чуть-чуть еще. То есть, потому что Шерван можно захватить, какой-то, наверное, Арджам. И тянуть вот так вот, что в целом не так плохо, на самом деле не стоит недооценивать эти ноды. Как видите, мы отсюда 6 монет вытягиваем, в итоге из Крыма у нас идет 9,5 монет. Вполне себе так тоже можно торговать. То есть здесь все в Венгрии тянет самую малость, и то как бы могли бы что-то подзахватить, но вот нам ничего вообще не дал. Или пойти вот сюда, и соответственно это второй путь, это Алеппо, Александрия и Басра. И я думаю, стоит все-таки, наверное, пойти в Александрию как минимум, чтобы поддержать мавликов. И снова получить с ними перемирие. Ведь нам было бы неплохо в перемирии сидеть с ними. Все-таки у нас на них агра висит. Большая. Так что идем сюда армии. Будем сейчас, наверное, поднимать еще чуть-чуть мирков. У нас, благо, есть, кстати говоря, ПЛС-гварды, которые не тратят форс-лимит. Что приятно. Я, наверное, нажму вот так, потому что мы все равно сейчас будем нанимать мирков этих самых. И да. Для чего... Пойдем возвращать Сирии, исконно сирийские территории. Еще есть, конечно, вариант пойти в Италию чуть-чуть покушать, но у нас здесь так немножко агры есть. А и зачилится эта агра немного. А еще я только что понял, что мы можем сделать в Венеции торговую компанию. Это может быть супер выгодно на самом деле. А еще у нас стало, ну, немножко многовато ревалов, скажем так. Я понял, что мы все еще находимся в эпохе открытия и все еще не в реформации, потому что, я так понимаю, все еще не появилось протестантизм, все еще нету ничего с религией. А, я даже не знаю, это в плюс или минус, но в целом не устраивают бонусы этой эпохи, так что пока нормально. Я думаю, все готово, давайте начинаем реконквест. За какую-нибудь, конечно же, пойду попроще, хотя... Ну да, давайте закончить Айнтап. А он не реконфицировал, да, халап. Нас это устроит. Хаса, Караман. Караман обязательно сделаем важным. Хаса. Прикол тоже можем. Все равно никого не призовет. Ой, смотрите, куда они побежали. Вот туда, Тунис осаждать. Господи, да сколько вы влезете осаждаете. А мы пока даже без боев просто спокойно идем и красим здесь все. Еще посмотрите, сколько он туда ведет войск. Господи, он просто миграция мамлюка на запад. Получается, вложение в Тунис... Вдвойне, сказал, позитивное. Это упростило мою войну с мальком просто до невозможности. Просто буквально всю страну сейчас оккупируем без единого сражения и замиримся даже. Нет, они все-таки приводят сюда армию, мы разбиваем. Ну, было так. Они меня пытались перехватить, но не очень получилось. И да, сидим дальше. Наверное, даже вот сюда. И они наконец взяли тот форт. Ну, потому что теперь война явно не свой темп, да? Ну или нет. Я просто буду делать, что хочу, как и раньше. И мы уже можем замерить Караман. Конечно же, мерим, чтобы начать сразу интегрировать его. Смотрите-ка, что за ивент. Константинополь вырос из своих стен.
минус 10 дев-коста. Это нам как раз таки очень пригодится. У нас есть квест на 65 дева. То есть в теории мы делаем дев... А, ну да, делаем дев 60. Нажимаем вот эту кнопку, додеваемся до 65 как-то и получаем себе гига бонус. Другой вопрос, что здесь 40 престижа, которые мы можем конвертировать в 40 всех очков, 120 очков я не хотел бы пропустить. Надо придумать, как мне получить престиж. И у меня есть казуальная идея, мы делаем вот так. Берем квест этих ребят, берем, причем сразу же у нас здесь есть монополия. Выполняем квест, получаем 95, можем дернуть привилегии. И получить всего 10 престижа. На самом деле не так много, может подумать кто-то еще. Еще, конечно, как вариант просто успеть замириться с мумликом, что, кстати, не так уж и сложно. В теории, если мы берем крепость здесь-здесь, то мы миримся. Пока этот винт не принялся, у нас есть шансы. Да, наверное, так и сделаем. Надо было тогда выбирать вот эту привилегию, которая просто инфлюенс дает. Ну ладно уже. Кстати говоря, табук сразу же мы и сняли. Давайте, да, воспользуемся моментом и здесь максимум варскора доберем. И нет, я не успел, винт принялся уже. Ну, немножко не хватило, на самом деле, надо было, чтобы повезло там на крепость. Ну, ладно, нас это устроит, в целом все равно приятно. Ну и теперь надо думать, как додаваться здесь. Монополия на текстиль, который бы уже пора отменить, потому что у нас очень много денег уходит сюда. Надо, да, как-то подумать, как их поддушить. Например, вот так, и мы тогда делаем вот так. И при этом нам ничто не мешает, кстати говоря, поставить... обратно, да, в принципе, почему бы нет, это все еще пока что нам более-менее приятно иметь. Тем более, что с этими ребятами вроде нам, да, 87 лояльности, я думаю, всегда сможем что угодно отсюда убрать. Кстати, до последнего не сдаются мужики, форскор практически не поднимается, но это, я думаю, Хаса немножко мешает, конечно. Но ничего, скоро-скоро, о, без бабки, скоро все пойдет. Опять можно вот этих ребят кому-нибудь продать. А, вряд ли получим, кстати говоря, вот оттуда мы еще могли бы престиж получить, но пока кнопка была недоступна. И репутация, кстати, неплохая для нас была бы, и Москва может еще и согласиться. И они соглашаются. Заскамили Москву на 500 монет. Я не думаю, что они что-то будут апгрейдить. Но если да, то, конечно, пускай пользуются. И да, наконец-таки можем замириться. Отрезаем здесь территорию. Либо есть второй вариант, как мы можем замириться. Который чуть более интересный. Вот такой мир. Слушайте, и я думаю... Да. Давайте будем брать себе деньги. Я думаю, мы и так его развалим, этого мамлюка. Кстати говоря, и здесь... И так это анклав, скорее всего, из-за кара, который вряд ли будет давать проход. Да, мне это устроит, я думаю. Прекрасный мир для нас. Прекрасный плюс бабки для нас. Кстати, можем в теории, да, сделать как-то 3D-ва. Давайте перед этим сюда поставим эдикт, чтобы побольше до нас доехало. Получаем 2D-ва. Получаем дев, да. А еще здесь можно будет сделать ТК, но сначала законвертим. Все-таки у нас уже освободились мужики. При компании говорим F, потому что мужиков здесь не осталось. Наемки нам еще послужат. А еще можно начать аннексацию сразу же серии. Когда плюс дипка есть. Депривитация, точнее, так что должно это пройти побыстрее. Нам, кстати, ничто не мешает, я думаю, включать себе идею. Для радости получить еще плюс десу. Прекрасная армия, это еще без иконки. Шикарная, пока что идет у нас компания. Достаточно хорошо развиваемся. Хотя, конечно, нет предела совершенства. Я уверен, что можно иметь цифры раза два больше за венцентики, но... И играем комфортно. Ой, появились, смотрите, кто. Протестанты, а значит, что да. Во время смены эпохи очень-очень позднее, на самом деле, редко так бывает, но в этот раз так прокнуло. А мы ведем нашу армию на запад, потому что пора Италии возвращаться в истинное луно, в ее домашнее, в Римскую империю, которую мы скоро будем. А если можно нажать ревут, эту кнопочку, у нас что-то имеется. Ага, эстейт у нас. Можем побольше лонов получать, можем побольше трейд пауэра с кораблей получать. Или получить плюс трейд эфишенси и занимает абсолютизм. Это что? Я так понимаю, вот эта реформа, вот это, да. Да, звучит, кстати говоря, неплохо. Лоны это круто, конечно, трейд пауэр тоже неплохо. Но 5 трейд эфишенси и да, абсолютизм не занимает. Очень хорошая привилегия для наших торговцев.
И, кстати говоря, наконец-таки к нам начинает проникать колониализм, это заняло некоторое время. Но принять мы его все еще скоро не сможем. Быстро не сможем. Но теперь можем попробовать попросить кого-нибудь нам зашарить. Парма. Так, ты же не в союзе с Венецией, да? Все, да, Парма, друг, слушай. Ситуация такая возникла. Пожалуйста, поделись знаниями. Ой, как хорошо. Еще здесь ставим, конечно же, нужный эдикт. Получаем все колониализм. Господи, как стало приятно-то теперь, а? Кстати, давайте доделаем вот эти стены просто, ну так, ради флекса, как говорится, но чего бы нет. И можем поставить Софию третьего левела. Наверное, нам это нужно будет для какого-нибудь квеста, я думаю. Возможно. А еще нам тут есть какие-то квесты. Просто заниматься позже. Готовы мы в Италию наши зубы воткнуть, вонзить, я бы сказал. А это значит, что серия эта подошла к концу. В следующей серии мы растянемся и до Адриатического моря. С вами был Топгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, скрыл, все в описании. И до встречи. Пока.